Всем привет, с вами Оксана. Если вы не подписаны на мой канал, жмите красную кнопку подписаться и колокольчик рядом с ней, чтобы не пропустить выход моих новых мастер-классов. А теперь к работе. Я не понаслышке знаю, как клиенты любят геометрические дизайны. Чаще просят варианты, где ноготок разделен на симметричные элементы или на случайно получающиеся, как на этих фото из моего портфолио. Сегодня покажу геометрический дизайн, который не часто встречается на просторах интернета, поэтому можно его назвать почти эксклюзивным. Выполнен он будет гель-лаками, поэтому обезжириваю ноготочки скраб-фрешем от Cindy и приступаю к выравниванию. Беру прозрачную основу от Lovely. Сначала тонко наношу ее на весь ноготок. Делаю ровную границу вдоль кутикулы и обязательно, разворачивая пальчик то в одну, то в другую сторону, промазываю боковые стороны. Затем капельку, оставшуюся на кисточке, я наношу на зону отросшего натурального ноготка и распределяю ее по всей поверхности. В этот момент уголком кисти я еле касаюсь материала, чтобы не зацепить лишнего. Цветным покрытием на среднем ногте будет оранжевый гель-лак номер 195 Super Polish от Kinetics. Это однофазный гель-лак объемом 7 мл, который уже снят с производства. Когда он появился в моем арсенале, естественно, не обошлось без тестирования. Наносила его на хорошие натуральные ноготки в два слоя, без базы и без топа. 3 недели носился отлично, затем появлялись микротрещинки. Для однофазника результат впечатляющий, но, повторюсь, натуральные ногти были не тонкие, не слоящиеся, в общем, идеальные. Снимался хорошо с помощью жидкости, спонжика и фольги. В этом дизайне оранжевый гель-лак будет не единственный, поэтому основу я наносила как положено под все ногти, чтобы не отличались. Вторым цветным гель-лаком будет классический красный оттенок C&D шеллак Wildfire. Им будет полностью закрашен мизинчик и большой палец, которого в этом видео вы нигде не увидите. Так уж получилось. При желании можете его сделать любым из используемых цветов. Белый гель-лак Lovely номер 1 из коллекции Classic наношу на безымянный и средний. Именно эти ногти будут с дизайном. Забегая вперед, скажу, что можно и не перекрывать их полностью, а закрасить только две части, разделив ноготь крест-накрест. Наверное, так даже будет легче, но это я поняла чуть позже, вырисовывая одинаковые элементы. Поэтому, когда соберетесь повторить, разделите ноготок сразу, например, белым цветом или простым карандашом. Дублирую все ноготки вторым слоем и просушиваю 1 минуту в LED-лампе. Теперь приступаю к самому дизайну. Намечаю середину ноготка и от боковых стеночек провожу прямые полосы, создавая треугольник. Этот треугольник я закрашиваю красным Cindy шеллак.
На указательном пальчике повторяю то же самое, только уже с другой боковой стороны. Просушиваю в LED-лампе одну минуту. Фактически дизайн будет одинаковым, но выполнен в зеркальном отражении. Это визуально добавит сложность и динамику рисунку. Симметрично красным треугольником я нарисую такие же элементы оранжевым гель-лаком Kinetics. И также просушу минуту в LED-лампе. Для сверкающих полосок возьму гель-лак Lovely из серии Shine номер 2. Это фольгированные блестки. Тонкой кистью волосок нарисую две косые линии на одинаковом от центра расстоянии. Причем на безымянном и указательном пальчиках эти линии будут также симметричны по отношению друг к другу. Время сушки блесток в LED-лампе 1 минута. Топом Lovely с липким слоем тонко перекрываю все ногти. Просушиваю 1 минуту и снимаю липкий слой. Для заключительного декора возьму золотые металлические стразы и клей гель Бизон. Стразы буду использовать одного размера. Выложу по штучке на каждый палец. Там, где осталось однотонное покрытие, расположу стразы поближе к кутикуле. А на ногтях с дизайном они будут сверкать прямо по центру ногтя. Клей-гель застывает в лучах ультрафиолета, поэтому просушу еще разок в лампе и сниму липкость с клея обезжиривателем. Ну что, друзья, без трафаретов и слайдеров на ваших глазах появился крутой геометрический дизайн. Если вам понравилась эта работа, подарите мне свой лайк. А я с вами прощаюсь. До встречи в новых видео. Пока-пока!